Который прошел через систему, и теперь уже игрок Локомотива. Понимаешь, вот в чем разница. Мы все в тебя верим! Немного не получился у нас первый тайм. Думаю, по причине того, что у нас не получалось контролировать мяч. Хотя на нас это требует. Во втором вроде прибавили, начали вести игру. Начали создавать моменты, но немного не дожили. Матч сам проходил успешно, тактически, и мы давили очень сильно Сочи. Не хватило голов в этом матче. Очень обидно, конечно же. Это описать невозможно, я думаю. Меня зашкаливали эмоции, когда я забил. В первую очередь при таком счете. И это мой первый гол был. Непередаваемые эмоции. Нам ошибаться больше нельзя, вот мы в этих двух играх ошиблись, не взяли по 3 очка. Так что теперь нужно побеждать в каждой игре, чтобы занимать 2-е место. Супер тренер. А ты почему пропускаешь нашу тренировку? Сильному не надо, слабому не поможет. Не, ну так поддерживает. Дай пас и бежишь на меня. Попусто, Криса, не возьми за волос. 3, 4, 5. Опа! Вот 10. Что ты сказал? Что ты сказал, блядь? Давай, не комментируй, сейчас зайдешь сразу. 2 раза. Еще. Сняли. 3, 4. Хорош, это 4, 5, 6. Я играю. Куда ты играешь? 1, 2, 3. Ай, Никита, доктор. 4, 5. Мои сверстники, они играют уже в основной команде, в основном составе. Я думаю, вполне я смогу это осилить. Выходя первое время на 20-30 минут, как мне сейчас заверяют. Надеюсь, будет продолжаться так, и я буду стараться выполнять свою задачу. Забивать голы. Все, пока. Пока. Думаю, я буду играть, а так посмотрим. Надо брать 3 очка обязательно. Я думаю, волнение есть у всех, так что первые пару минут будет волнение, потом оно уйдет. Все, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Ты говорил, 3 матча сейчас. Что? Ты говорил,
Да. За матч. Один матч играли и давай на меня. Медиатик мэн.